друзья, начинаем свой день. У нас сейчас 5 утра. И мы завтракаем. Сырнички сегодня у нас с кофеечком. Там бутербродик еще, если захочет муж. В общем, всем приятного аппетита. Все, Котя собирается идти на работу. Всем хорошего дня. Я, как всегда, провожаю. Мама уже вышла на улицу. С утра пораньше котиков покормить дворовых. Сейчас поедут вдвоем работать. Я останусь дома. Буду делать домашние дела. Кушать, готовить, убираться. Стираться. В общем, как у всех. Да, любимый? Наверное. О, Крыжик пришел провожать. Сейчас. Еще обычно... Или дёнуть. Еще кошечка обычно выходит, но что-то не видно ее на горизонте. Все, любимый, пока. Удачи тебе на работе. Пока-пока. А, вон бежит это тоже, старушенция. Китька, китька. Все, Максим уже ушел, ты не успела. Надо было быстрее собираться. О, о, о. В общем, обычно она тоже выходит и провожает вот так вот. О, все провожают. Так, ладно. Натоптали. Надо будет потом пропылесосить, убраться. А, сколько тут песка. Ладно. Котики, обормотики. Их уже накормила мама с утра. Сейчас пойду дальше делами заниматься. Небольшое у нас включение. Хотела вам показать, что у нас во дворе. На улице творится. Вот такая красота. Желтые деревья. Опавшие листья. И вообще у нас сегодня с утра был дождь. Такой сильный дождь был. Он вот буквально вот недавно закончился. Так что вот такая вот пасмурная погода у нас сегодня, 30 октября. Сегодня, ребят, у меня мой первый выходной. Обычно в первый выходной я стараюсь дома делать уборку, готовку, стирку запускаю. В общем, все делаю, все, что мне нужно сделать, все, что накопилось. А уже на второй день я уже отдыхаю. И там по мелочи что-то делаю. Сегодня я решила наш диван собрать. Потому что буду пылесосить, мыть полы. И чтобы он мне не мешал, я его собираю. Так мне будет удобнее наводить марафет. Ну а в обычные дни мы просто застилаем диван покрывалом. И все. И в течение дня кто-то может полежать, отдохнуть. Дети еще любят в нашей комнате проводить время. В общем, как-то так. Да, девочки, не хватает, конечно, ковра в нашей спальне. С ковром намного уютнее, теплее и мягче. Но есть большой плюс, то, что в нашей комнате с Максимом скапливается намного меньше шерсти от котов. Это я заметила, когда пылесошу, вот этим вот пылесосом в стакане, ну, там практически нет шерсти. Хотя коты любят у нас тоже время проводить в комнате. А вот у мамы, когда в комнате я убираюсь, то полный стакан шерсти получается. И плюс еще тяжело ее собирать с этого ковра. Я бы, конечно, убрала, но мама ни в коем случае не разрешит. Этим же пылесосом я сегодня помыла дома полы. Очень удобно, только не засняла. Вот это Изя проснулась. Смотрите, какие она заплела себе бегудюшки. Где-то в интернете, да, дочь увидела? Или где? Да. На палочки наушные накрутилась. Потом покажем, какая прическа у нее будет. Образ обязательно покажу. Хэллоуин. Сегодня они с девочками пойдут в город гулять. В торговом центре будут там фотографироваться. Может быть, в пиццерию сходят. Не знаю еще пока, куда пойдут. Ну, в общем... Они решили еще, да. Но будут гулять в образе. Каждая девочка. Потом снимешь кусочек, какие вы красивые будете, дочь? Могу фоткаться будем. Ну, ты потом кусочек видео сними, я потом во влог вставлю. Сейчас Аркадия ждем, должен проснуться, и будем завтракать. У нас будет уже второй завтрак. Там, кстати, подогрелись сырнички. Ну, выключи чайник. Хорошо. Таисия пока не хочет показываться, попозже включимся, ладно.
Та-да-дам, та-дам. И вот чунга-чанга моя готова. Такая вот прическа получилась у Таисии из этих вот ватных палочек. Ой, вернее, ушных палочек. О, ничего себе. А что ты вообще планируешь делать? Так ты так оставь. Не надо закалывать ничего. Так прикольно, наоборот. Мама, я так ничего не вижу. Девочки и мальчики, я уже вышла на улицу, иду в магазин, мусор выкинула по пути заодно. У нас такая погода мерзкая, дождь идет вообще капец. Иду с зонтом. Сейчас покажу. Не люблю такую погоду. Ну такой дождик мерзкопакостный, знаете, то есть, то нету. Сегодня буду закупаться в спаре. Вот, ну посмотрим, что тут за акции. Так, курочка. Мне нужна большая. На холодец. Наверное, вот такую размер. Большую. 2 килограмма. 2,360. Так, еще вот такой вот батончик возьму. Тоже по акции. Неплохой. Добралась я до дома. Давайте по-быстренькому покажу, что же я прикупила в спаре. Аркадий заказывал попить. Вот взяла ему такую спаровскую колу 2 литра. По акции 99 рублей было. 4 луковицы. 3 чесночины на холодец. 3 огурчика. 2 пакета молока Кот де Франс. Вот такой горошек спаровский тоже. В стеклянной банке. Ой, сколько тут грамм. Ну, короче, вот большущая такая 500-граммовая банка. В общем, 99 рублей тоже стоило, недорого. 2 десятка яиц первой категории. Морковь. Мясо. Это у меня свинина фермерская. Кусочек. Плов хочу еще сделать. Не знаю, сегодня или завтра, еще пока не знаю. И вот тушка курицы на холодец. Также еще вот такой вот хлебушек, батон белый. Ну и все. Все про все у меня вышло 1270 рублей. Смотрите, что у меня здесь происходит. Я достала самую большую кастрюлю, которая у меня есть. Обычно в ней мы варим холодец всегда, либо греем воду, когда у нас нет горячей воды. Целую тушку я помыла, я ее не разделывала на части, я прям целую положила сюда, в кастрюльку. Еще, кстати, купила вчера на работе свиное копытце, это чтобы у меня хорошо все тут загустело. Сейчас заливаю водой и ставлю на огонь вариться часов, наверное, на 6. Ближе к концу я потом добавлю сюда лук, соль, перец горошком. Ну, в общем, все вам покажу. Оставайтесь со мной. Мяско закипает. Я потихоньку пенку снимаю. Сейчас буду переставлять кастрюльку на другую конфорку и делать пламя такое, чтобы еле-еле пыхтело. Потому что планирую варить холодец часов 5, это точно. Чтобы курочка хорошо разварилась, чтобы от косточки хорошо мяско отходило. В общем, кашеварю. 5 часов прошло. Вот такой вот наваристый бульон получился. Сейчас дам курочке остыть. И потом буду ее разделывать. Кстати, вот копытце, оно, можно сказать, почти развалилось. Разварилось, развалилось. Морковка там тоже плавает и лучок. Кто это? Это Лера. Ой, какая красотка. Это где это она? Ну, меряет платье в этом Нью-Йоркере. А это на каблуке мерзли какие. О, ничего себе. Бутсы какие. Так, Таисия, наконец-то Гулёна вернулась домой. Нас пока с Максимом не было, мы приехали, он Аркадий всю колу выпил. Тут тоже не скучал дома. Так, Максим. Максим? О, короче. Сейчас будем это, холодец все разбирать. Фу. Делать будем, да? Фу. Чё фу?
Короче, Таиска, она не любит холодец. А что делать? Мы любим. Начала готовить плов. Здесь у меня свининка. Вместе с луком и морковкой обжаривается. Котики пришли. Проголодались. Сейчас будут кушать влажный корм. Вот это вот рыжая тетя Мотя все время переворачивает эту миску с кормом сухим. Да? Она к Максиму тут делит. Все напополам, что было. Что там тебе не хватило, что ли? Пакетик напополам. Утром и вечером. Всегда даем разные вкусы. А тут видите в шкафу. Вот. Тут много-много всяких разных. А в этом сухой корм. Кстати, сухой корм у нас вообще. Вот. Вот такой вот пакет. А сейчас покажу, что за корм. Они, кстати, его хорошо кушают. Ну, вот так называется сухой корм. Белорусский, да? Да. А вот, с мяском и овощами. 10 килограмм, что ли, да, Максим? Вот. Так что вот они кушают, довольные и счастливые. Вот так вот, корм нравится им. Чавкают. Ну, полезный. Вот. Муж говорил, помогать не будет, он помогает. Я короче, попробовала я копытца. Очень, кстати, вкусно. Да, муж? Ну, хотела я его изначально после того, после варки выкинуть. Так, вот показываю вам курицу. Курица вот вообще, я когда доставала ее, она прям напополам, короче, разломалась. Сейчас я шкурку в сторону уберу, сниму все это дело, мяско разделю отдельно от костей и по тарелочкам распределю. В общем, потом покажу вам все. Ребят, в общем, разложили мяско по мисочкам, положили чесночка сюда, морковку порезали кругляшками. И сейчас все это дело будем заливать бульоном. Столько у нас холмца. Получилось много. Бульон прям такой насыщенный. Да нормально, все, хватит бульона. Я думаю, что его весь кто-то нет. Мне кажется, не останется. Хватит. Конец истории. Какая красота получилась. Плов у меня готов. Я его перемешала, собрала в такую горочку. Кто-то мне говорил, что так делать нельзя. А я так делаю. Получился рассыпчатый и очень вкусненький. Я уже попробовала. Вот такая вот красота. Всем привет! Мы с Аркадием приехали в стоматологию. Запись у нас на 7:45. Смотрите, какая тут красота, уже к Новому году подготовились, украсили огонечками красивыми. Аркаш, посмотри на меня, Аркаш. И смотрите, кого мы здесь увидели. Котик живет здесь, домик даже у него свой есть. О. Прикольно. Так, ладно, ой. Лиса, котик какой красивенький. Котик, обормотик. Аркадий, ну как ты себя чувствуешь после лечения зуба? Отлично. Не больно было? Нет, я не берегаю. В общем, 6 зубов у нас было, один пролечили, осталось 5. Теперь самое главное еще записаться, да? Купили, зашли кренделечки дома, щеком попьем. Да, Аркадий Тарас? Через 2 часа только тебе можно будет кушать. Вернулись мы с Аркадием домой. Тут как раз уже Таисия проснулась. Будем пить кофе с вкусными кренделечками. Сейчас покажу.
У нас уже с Аркадием будет второй завтрак, у Таисии первый. У булочной прикупили вот такие вот вкусные мягкие крендельки. Они получаются с кокосовой начинкой. Сверху посыпано и в глазури. На улице я показывала, какая погода. Так, еще мы купили в магазине, в паре зашли, желатин взяли, потому что мой холодец, он жидкий, за ночь он не превратился в желешку, а жидкий такой, как суп. Поэтому я поставила его, перелила снова в кастрюльку, варю и буду заделывать желатином, потому что, ну как, по-другому никак. Хотела, думала, в обед поем холодца, ну вот, не получилось, к сожалению. Так что вам сразу я признаюсь. Дубль 2. Холодец переваренный. Я снова распасовала по баночкам. Он у меня остыл, и я отправила его в холодильник. Надеюсь, что все будет хорошо, и он у меня получится. Вот так вот держу пальчики. Девочки и мальчики, делюсь с вами своей новой обновочкой. Вот такие вот прикупила себе ботинки зимние. Потому что в этом году нас обещают зиму холодную. А у меня как раз ничего тепленького не было. Поэтому я заранее об этом позаботилась. Эти ботинки, они... Кожа, они натуральная. Вот. Но зато натуральная шерсть в них. Решила в этот раз взять светлые. Потому что мне всегда темные, всегда черные. Но в том году я покупала себе парку светлую, поэтому рискнула и ботинки тоже заказать к ней светлые. Заодно у меня еще и шапка тоже светлая. В общем, как-то так. Смотрите, вот такие вот они красивенькие. Мама назвала их моя говнодавами. Не знаю почему, но мне они очень понравились. И посмотрите, какие они теплые. До минус 25. По ноге они сидят хорошо. Тут шнурками все фиксируется. Прям нога облегает в них. Очень классные. Внутри там очень теплые. В общем, я не знаю, передается, не передается камерой. Но они действительно очень классные. Вот такие вот башмачки, ботиночки. И Таисии тоже я заказывала. Нам вместе пришли с Доней зимняя обувь. Она уже в них ходит. Сейчас пойду в прихожку, вам покажу. А Таисия выбрала себе такие зимние ботиночки. Они, получаются, искусственная кожа, но так же, как у меня, натуральная шерсть. Вот. Такие они теплые. Внутри там все тоже хорошо отделано. Просто она уже их одевала. Вот. Говорит, удобные. Но смотрится действительно стильно, красиво. Но, кстати, давно хотела себе вот такие вот, чтобы квадратные носы были, искала. Но в магазинах в Каре не встречали. Мы такие не попадались. Или попадались, но были очень дорогие. Высокая платформа. Ну, классная. Очень классная. Мне тоже они нравятся. Прикольные. Так что вот такие вот покупочки. Кому понравилось, если что, могу ссылочку в Телеграме оставить на свою обувь и на Таисии ботиночки. Ну что, ребят, буду свое видео заканчивать. Всем спасибо, что были с нами. Всем пока-пока. До новых встреч. Увидимся с вами в следующем видео.